Это потеря ребенка, это страшная трагедия. И это боль, которая не заживает, она остается надолго. Но когда рядом находятся люди, которые готовы прийти на помощь, которые готовы оказать какое-то содействие, участие, просто чисто человеческое или материальное в качестве помощи, потому что дом сгорел дотла, и здесь не бывает лишних вещей. Здесь нужно все до мелочей, начиная от школьных принадлежностей, постельного белья, предметов первой необходимости, санитарно-гигиенических, и касаясь просто, ну, просто семейного уюта. Поэтому всегда русский народ был очень участлив и объединялся и в радости, и в горести. И я думаю, сейчас тоже люди не останутся равнодушными. И здесь неважно, партийная принадлежность, вероисповедание или национальные какие-то. Важно просто чисто человеческое участие. Я думаю, назаровцы не останутся равнодушными, и мы поможем и этой семье тоже пережить эту трагедию.